Нашу команду не допустили к соревнованиям в Ливерпуле. Так что же, Олимпиада в Париже тоже будет без нас? Или есть шанс изменить ситуацию? В спортивной гимнастике дедлайн апрель, когда еще можно получить лицензию. Мы же готовим молодую поросль, которая будет сейчас наступать на пятки нашим уже олимпийским чемпионам. Те правила, по которым мы сегодня тренируемся, это международные правила. Если возвращаться, так возвращаться победителями. Витязев. Сегодня в 23:00 на телеканале «Звезда».